Уважаемые коллеги, добрый день. Я рад приветствовать вас сегодня на открытой лекции нашей гости. Вы знаете, что в эти дни проходит в стенах университета форум, международный форум ислама и мультикультурном мире. Вот уже в 12-й раз. Это серьезная диалоговая площадка, экспертно-аналитическая, на которой обсуждаются актуальные вопросы российского востоковедения, исламовидения. Присутствуют эксперты из-за рубежа. У нас есть, присутствует в этом году советник президента Йемена, есть гости из Алжира, из Каира также. И сегодня вот в рамках проведения этого мероприятия мы бы хотели для вас представить лекцию нашей гости, Звигельская Ирина Донуна, главный научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук, руководитель Центра ближневосточных исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН, член-корреспондент РАН, доктор исторических наук. А тема лекции у нас будет посвящена меняющимся балансу сил на Ближнем Востоке, роль региональных игроков. Мы с вами начнем, коллеги. Подключится минут через 20 еще у нас будут коллеги. Пока, Ирина Донна, пожалуйста, вам слово. Спасибо большое. Значит, я еще раз хочу спросить, здесь есть те, кто занимается Ближним Востоком, ну, через призму ваших общих интересов, бизнес, политика, или вы занимаетесь общими проблемами в разных регионах, так сказать, вы ищете примеры того, чем вы занимаетесь, так? В общем, общие, скорее, проблемы. Я почему спрашиваю? Потому что я лично ближневосточник. Конечно, я вам, как, собственно, указано в названии лекции, буду говорить о Ближнем Востоке. Поэтому, если какие-то вещи вам непонятны, вы меня спрашиваете. Когда ближневосточник, они знают историю, предысторию. Вы не обязаны этого знать. Поэтому нужно тут же, значит, задавать вопрос. Давайте так договоримся, чтобы не осталось сразу непонятных каких-то вещей. Вот. Почему Ближний Восток? Ну, не только потому, что я им занимаюсь, очень его люблю, но я считаю, что Ближний Восток совершенно уникальный регион. Совершенно уникальный в том смысле, что он, с одной стороны, как считается, остается очень традиционным, очень неизменным. Есть даже такая теория арабского эксепшионализма, да, арабской исключительности, смысл которой сводился к тому, что вот все меняются, а арабский мир совершенно не меняется, он остается неизменным. Потом ее, так сказать, несколько, ну, я бы сказала, модернизировали эту теорию, уж очень она выглядела странной, и стали говорить о том, что нет, ну, меняются, конечно, все меняются, но зато во внешней политике мало что происходит, и все равно, так сказать, во внешней политике, так сказать, арабский мир, может быть, чуть быстрее меняется, а внутри-то уж гораздо медленнее. То есть вот это представление о Ближнем Востоке как неком совершенно застывшем политическом регионе, на мой взгляд, опровергается всеми событиями последних лет, свидетелями которых мы являемся. И прежде всего мы можем сказать, что есть целый ряд тенденций, которые мы наблюдаем в регионе. И эти тенденции свидетельствуют о том, что региональные державы, негосударственные акторы, начинают играть все более самостоятельную роль. Это не значит, что они независимы от внешнего влияния или что они могут игнорировать это внешнее влияние. Нет. Но тем не менее, они так или иначе усиливают собственные позиции. Прежде всего, мы видим усиление самостоятельности, активности наиболее влиятельных ближневосточных держав. Это Иран, Турция, Саудовская Аравия и Израиль. К этим государствам подтягивается ослабленный арабской весной Египет, но который снова набирает, так сказать, усиливает свои позиции. Вторая группа стран, их, так сказать, принято было считать малыми странами, это в основном маленькие такие государства Персидского залива, это Бахрейн, это Эмираты, это Катар, которые тоже на наших глазах очень активизируются и начинают играть роль, даже выходящую за рамки того региона, в котором они находятся.
И, наконец, происходит укрепление негосударственных или квазигосударственных акторов. Ну, вы знаете, кто это такие, да, вообще? Определение, кого мы считаем. Ну, вот. На Ближнем Востоке это, я считаю, прежде всего, если мы говорим о квазигосударственных акторах, это прежде всего Хамас, это палестинская, да, организация, которая правит в Газе, и это Хизбалла, это организация ливанская, шиитская, которая играет огромную роль и в политической, и экономической жизни Ливана. Хотя формально это вот организация. Считается, что она и партия, как бы, но все равно ее роль, так сказать, она представляет собой некий симбиоз. С одной стороны, не государственного актора, не государственного в том смысле, что у нее есть собственные вооруженные силы, которыми она распоряжается часто по своему собственному усмотрению. И одновременно государственная, потому что представлены в парламенте, представлены в правительстве, занимают серьезные позиции в экономике и так далее. То есть вот тут такой симбиоз. И поэтому про Хизбаллу однозначно нельзя сказать, что это не государство. Нет, ну, назовем квазигосударственное или полугосударственное. Но, тем не менее, вот эти две организации, Хизбалла и Хамас, есть еще и другие, есть еще исламский джихад, если мы будем перечислять всех, есть еще, так сказать, всем известные ИГИЛ и так далее. Ну, вот в основном я бы остановилась на роли этих двух организаций. И, наконец, происходит понимание, что в этом регионе для государств самых разных могут существовать общие вызовы безопасности. Причем при этом это не означает, что сразу автоматически создаются какие-то коалиции для того, чтобы эти вызовы купировать, для того, чтобы создать препятствия на пути их распространения. Но во всяком случае есть понимание, что с чем-то придется бороться вместе. При этом сохраняются конфликты. Причем конфликты тоже меняют свою природу. Значительно большее число конфликтов становится внутренними на Ближнем Востоке. Но это старт особенно дала арабская весна, и вы помните, это были события в Египте, и в Тунисе, и в Ливии, и в Сирии. Но вот что касается Ливии, Сирии и Йемена, то там конфликты продолжаются. Они вот носят такой характер гражданских войн, они способствуют очень большой фрагментации внутренней этих государств. И они, если просто посмотреть, кто доминирует сейчас, межгосударственные конфликты или внутригосударственные, то, пожалуй, все-таки внутригосударственные играют большую сейчас роль при сохранении межгосударственных, я хочу это подчеркнуть. Но на каком-то этапе ситуативно они стали играть большую роль, они привели к появлению новых провальных государств, это, в частности, та же Ливия, Сирия в известной мере и, конечно, Ливан. И вот в этом смысле они как бы выбили ряд стран из числа, ну, относительно успешных или более или менее успешных. Ну и, собственно, когда мы говорим об активизации малых стран Персидского залива, есть точка зрения, вот, например, Елена Суреновна Мелкубян, которая занимается специально заливом, о том, что они пришли, это произошло в условиях, когда ослабли другие государства. Когда вот и Египет ослаб, и те государства, о которых я вам говорил, которые играли существенную роль, и вот, так сказать, они ослабли в результате арабской весны и ее последствий, и мы, так сказать, увидели, как активизируются другие игроки, которых не затронула арабская весна. Дальше еще один фактор, о котором стоит сказать, это формирование тенденции к деэскалации, к нормализации, то, чего раньше не было. Это вот об этом я поговорю чуть подробнее потом. И, наконец, выстраивание некой логистической и транспортной взаимозависимости региона. Вот все эти факторы являются новыми или относительно новыми. Они проявились сравнительно недавно. И если говорить о том, почему они все-таки появились. Когда мы говорим о том, что это последствия в известной мере
арабской весны, то это правда. Но существуют и другие факторы, как я считаю, более важные, более долгоиграющие. Все-таки арабская весна – это вещь такая ситуативная. Она доказала, что арабский мир меняется, что все не застыло, что на самом деле происходят очень серьезные переоценки ранее принятых, так сказать, стратегий. Но одновременно произошло еще одно. Мне кажется, это очень важная вещь. Это то, что укрепляются национальные государства. Национальные государства – малые государства, прежде всего в заливе, если мы на это посмотрим. Причем это происходит очень быстро. Появляется понимание собственных национальных интересов. Появляется понимание собственной субъектности. Появляется понимание своих стратегических целей. Причем это происходит в государствах, которых считали всегда очень консервативными. И вот особенно это касается и Эмиратов, как я уже говорила, и Катара. Я помню, что на меня произвело очень большое впечатление, когда несколько лет назад летела в Доху, летела на катарских линиях, и я просто посмотрела, знаете, заставку, которую, ну, каждая авиакомпания дает, и катарские линии, соответственно, тоже давали. Это было что-то совершенно невообразимое некоторое время назад, потому что речь шла вот об этой устремленности в будущее как народа, как нации. Потрясающая, совершенно захватывающая вот заставка, где, с одной стороны, говорится о сохранении, конечно, там, общих привычных ценностей, семейных ценностей, показывают семью там какую-то счастливую. Но одновременно эта семья уже передвигается не на верблюде, как вы понимаете, а на совершенно, так сказать, современном автомобиле. Идут они в какой-то современный музей, и все вот это вот устремленность в будущее всячески подчеркивает. Ну, что касается Дубая, вот откуда мы только что приехали, вы сами знаете, что Дубай вообще это, так сказать, по целому ряду показателей государств, которые впереди планеты всей. И там, куда бы вы ни пошли, вы встречаете, например, сведения о том, что вот Дубай выходит в космос. Вы видите массу и других достижений. Вот тут у нас медицина, тут у нас это, тут у нас другое. Но одновременно вот эти космические программы, они приобретают в Эмиратах огромное значение. Причем вы знаете, что особенно интересно. И это тоже признак модернизации. Это то, что 80% научного состава космических программ – женщины. Это, в общем, в исламских государствах. Это нормально. Правда, это имеет неоднозначное объяснение. Надо прямо вам сказать. С одной стороны, это, конечно, ну, некая так сказать, либерализация такой социальной, общественной жизни, признание, что женщина может получить образование, что у нее может быть какая-то своя жизнь и судьба, помимо, так сказать, ее обычных обязанностей. Это все есть. Но есть и другое. На протяжении довольно долгого времени мужчины в этих государствах не стремились получить образование. Они и так имели достаточный статус. Понимаете, мужчина, с ним все в порядке. Вот женщина – другое дело. Без образования понятно, кем она будет. И понимаете, женщины рвались получать образование. Тем более, когда это стало возможным, когда это, так сказать, разрешили, это стало достаточно принятым делом. Вот. А мужчины нет. Мужчины нет. И они, в общем, и так занимали достаточно серьезные позиции. И социально они не чувствовали себя ни в чем ущемленными. Ну, это одно просто из довольно забавных, на мой взгляд, объяснений. Я не знаю, до какой степени это срабатывает. Тут, наверное, нужны какие-то специальные опросы. Но это существует. Вот, вот эта вот психология мужская, что и так мы, уважаемые люди, она, конечно, где-то дает себе знать. Но вот здесь я хочу вам заодно сказать вот вторую интересную вещь. Вот с учетом вот этой модернизации, которая происходит везде, включая Саудовскую Аравию, как вы прекрасно знаете, вот Мухаммед бин Сальман, наследный принц, он, так сказать, пытается что-то реформировать, он пытается что-то изменить, хотя он встречает достаточно сильное сопротивление, и хотя целый ряд реформ проводится, ну, на мой взгляд, так сказать, с применением, ну, достаточно традиционных, может быть, где-то и варварских методов, но в любом случае ясно, что здесь тоже
чувствуется усталость от сковывающих общество уз. И вот очень важно, что во всех этих государствах Персидского залива, ну, там ресурсы, конечно, для этого есть, там говорится о том, что необходимо создавать свой собственный человеческий капитал. Это тоже новый подход. То есть, вот опять же, приветствуется образование, и у себя строятся новые университеты, приглашаются профессора из-за границы и так далее. Это очень важно. Важно, и вот с учетом вот этой вот модернизации, которая, конечно, идет, с учетом этого, значит, можно вспомнить такой казус, что когда пришли талибы, они же очень рассчитывали, да, что их поддержат, что вот они со своим таким очень радикальным, очень традиционалистским подходом к делу, очень таким, я бы сказала, глубоко провинциальным, они вот считали, что вот так и надо, вот такой ислам нужен, да, вот когда ничего нельзя, когда они сами решают, что можно, что нельзя. И это оказалось абсолютно не ко двору. Если в 96-м году, когда они впервые пришли к власти, Саудовская Аравия, Эмираты, Пакистан первые их признали, то сейчас как бы никто не торопится их признавать. И, конечно, в условиях, когда в одной стране 80% женщин, да, в космической программе 80% это женщины, а там запрещают учиться девочкам, ясно, что это уже больше не стыкуется. Это не значит, что, так сказать, кто-то их там не поддержит, и кому-то они, так сказать, там всегда придутся ко двору и по сердцу, но в целом, вот это такая запоздалость, понимаете, с их прежними, не меняющимися, очень радикальными и, в общем, примитивными уже с точки зрения залива взглядами, потому что развитие на этих взглядах, так сказать, на этих стратегиях обеспечить совершенно невозможно. И вот, когда мы говорим об активизме, мы одновременно, конечно, говорим с вами о том, что эти государства, все государства Ближнего Востока, они одновременно остаются и в известной мере зависимыми. Это касается ведущих стран, и это касается и малых государств, вот, которые активизировались в последнее время. И эта зависимость, она продиктована прежде всего тем, что Ближний Восток вообще всегда являлся объектом интересов внешних держав, глобальных держав. И вообще особенность историческая развития Ближнего Востока, она заключается в том, что там, ну, как бы очень и привыкли зависеть. И привыкли, так сказать, требовать от внешних игроков какого-то большего к себе внимания. С одной стороны, конечно, в эпоху колониализма, сами понимаете, это было национально-освободительное движение, создавались тоже, очень был большой период модернизации, той модернизации, да, создавались прогрессивные партии, прогрессивные движения, значит, выступали против колониализма. Но вот это такая привычная зависимость от внешних игроков, она все равно сохранялась. И потому, что Ближний Восток в период биполярного мира стал ареной соревнования с одной стороны СССР и Советского блока, с другой стороны США и их союзников. И, так сказать, это соревнование порой принимало достаточно жесткие формы. Но с точки зрения местных держав это давало некий выигрыш, как ни странно, потому что, так сказать, ну, люди прагматичные живут на Ближнем Востоке. И, так сказать, они смотрят, что в условиях такого соревнования, в условиях такого противостояния, так сказать, некая попытка балансирования, она может принести определенные, так сказать, результаты позитивные. Мне кажется, что вот сейчас вот это балансирование, оно усилилось за счет того, что сами страны, о которых я говорю, они обладают большим ресурсом, ну, прежде всего, конечно, ведущие государства Ближнего Востока. И они по-прежнему эксплуатируют по-своему интерес внешних держав к себе, к региону. Регион важный стратегически, регион важен с точки зрения полезных ископаемых, энергетики, ну, логистики, всего, чего хотите. И, конечно, этот интерес, он не уходит, это понятно. Этот интерес, так сказать, он является взаимным, но, как мне кажется, эти государства, они вот и находятся между активизмом собственным, где они пытаются проводить собственную линию
соответствующих собственным интересам, которые практически никогда не могут 100% совпадать с интересами глобальных партнеров, но одновременно они чувствуют эту зависимость, и они, так сказать, должны где-то поступать так, как от них требуют. Я считаю, что вот последние события, кризис вокруг Украины, он как раз показал, где они могут поступать так, как они хотят, и так, как они считают сами нужным, а где на них оказывается давление, и они вынуждены, так сказать, менять свою позицию. И здесь мы можем сказать, что вот яркие примеры – это пример, скажем, Израиля. Израиль – стратегический союзник Соединенных Штатов. Да? Но у Израиля очень хорошие отношения с Россией. И Израиль вынужден учитывать целый ряд внутриполитических обстоятельств. Внутриполитические обстоятельства связаны с тем, что в Израиле имеется очень большая русскоязычная община, ну, выходцы из России. И достаточно серьезно, они пересекаются, эти общины, выходцы из Украины. Я как говорю, они могут пересекаться, потому что человек может быть рожден в Украине, но он является русскоязычным, и, в общем, и человек, рожденный в России, тем не менее, так сказать, он является этническим украинцем и так далее. Это пересекающиеся вещи. Но сейчас-то они не могут сильно пересекаться. Сейчас ситуация несколько иная. И поэтому, конечно, израильское руководство, оно опасается вот давления вот этих противоречий. Давление политическое, давление улицы и так далее. Тем более, что, как всегда, очередные выборы скоро, очередные, неочередные, непонятно, кто будет, так сказать, на них лидировать. Очень сложная ситуация. И они, с точки зрения внутриполитических, должны это принимать во внимание. Но, как говорили мне сами израильтяне, говорят, проблема у нас в том, что, значит, эта украинская община, она более сейчас активна. Ну, это понятно. Плюс она усилилась за счет новых мигрантов. Не все они были евреями, но их приняли, потому что вот такая ситуация. И, значит, вот это тоже заставляет Израиль больше маневрировать, он не может занять какую-то однозначную позицию. Ну и самое главное, это, конечно, то, что Израиль является стратегическим союзником Соединенных Штатов. И в этих условиях, тем не менее, Израиль продолжает маневрировать. С одной стороны, Израиль все-таки не поставляет оружие. На Украину он там поставлял в основном какие-то военные материалы, но не оружие. Значит, с другой стороны, Израиль, как я уже сказала, оставаясь стратегическим союзником Соединенных Штатов, очень резко, критически выступал, ну, политики Израиля против того, что происходит в Украине. Очень нас критиковали. И, так сказать, таким тоже неприятным звонком для нас было участие Израиля в заседании членов НАТО в Рамштайне. Вот помните, хотя Израиль не член НАТО, вроде бы мог и не присутствовать, но тем не менее присутствовал и так далее. То есть вот здесь мы видим такое балансирование все-таки с уклоном в то, что Израиль больше должен прислушиваться к Соединенным Штатам. Другой вариант балансирования, немножко другой, это Турция. Это Турция, да. С одной стороны, Турция член НАТО и, соответственно, имеет определенные обязательства. С другой стороны, Эрдоган хочет показать, что он достаточно независим в принятии решений, что он, во всяком случае, в регионе, так сказать, может вести себя очень раскованно. И в этом смысле надо сказать, что даже военная составляющая в турецкой политике, она явно усилилась, мы это видим, и в Восточном Средиземноморье, и не только. Вот, и в Ливии, и в других местах. Это с одной стороны. А с другой стороны, значит, Эрдоган, он, так сказать, по-своему, как мне кажется, тоже хочет использовать те противоречия, которые существуют сейчас на глобальном уровне, для того, чтобы, так сказать, подкрепить собственные позиции. Показать, что, так сказать, он может занять ту позицию, которую считает нужным. И это уже не новость, но все вы помните, что сама покупка, так сказать, у нас С-400, она, так сказать, рассматривалась как очень серьезный вызов. И, кроме того, Турция пытается сейчас играть такую важную роль в контексте украинского кризиса. Вы помните переговоры, которые велись по проблеме зерна и не только. Но, во всяком случае, вот Эрдоган показывает, что он готов быть медиатором. И таким образом он, так сказать, укрепляет и собственные позиции внутри страны в условиях, когда там с экономической точки зрения все очень напряженно и все очень несладко для людей.
Вот. А с другой стороны, он демонстрирует свою вот такую, так сказать, независимость и на региональной арене тоже. То есть я хочу сказать, что в принципе государство Ближнего Востока может быть более даже искусно, чем государство других регионов. Они вот, так сказать, балансируют между различными центрами силы и, так сказать, пытаются найти собственный путь вот в этой очень нелегкой ситуации. Но отдельная тема – это энергетическая безопасность. Я, так сказать, подробно на ней останавливаться не буду. Она действительно отдельная. Это тема для экономистов, тем более, что существует масса споров, а смогут ли они заменить Россию на европейских рынках, захотят ли они заменить, и как они будут заменять, и вообще, насколько это реалистично, потому что Россия занимала уж очень большой процент этих поставок. Но, опять же, сама дискуссия на эту тему лишний раз акцентирует их роль, что от них достаточно много зависит. То есть не только вот какие-то политические балансы, которые выстраивают, но и вот их политика так или иначе связана с проблемами энергетической безопасности тоже. И продовольствие, кстати, безопасность, энергетические. То есть они очень расширили круг проблем, где они вовлечены, эти страны, где они играют активную роль. Но при этом я хотела бы сказать о том, что даже вот малые государства в своей политике, они начали выходить за пределы Ближнего Востока. И вот как один из примеров могу привести роль Катара в организации переговоров в Дохе между талибами и американцами. Вы помните, это был целый такой вот дипломатический марафон, очень успешный с точки зрения катарцев, и не только катарцев. И для Катара это было очень важно. Это очень маленькое государство, как вы знаете, но государство, которое позиционирует себя как государство, имеющее собственный взгляд на вещи, очень влиятельное. И, так сказать, в частности, одна Аль-Джазира чего стоит, да, это государство, которое создало потрясающую совершенно информационный ресурс, который везде, так сказать, есть, и который не уступает BBC и другим, и CNN, и другим, так сказать, известным ресурсам. Потрясающе. Ну, а это Катар. Это, когда вы посмотрите на карту, откуда это, то вы увидите, что это сделало маленький эмират. Вот. Маленькое государство. И в этих условиях Катар показал, что он может играть роль, выходящую за пределы Ближнего Востока. И ему важно это было и для того, чтобы позиционировать себя как влиятельный актор в глазах Соединенных Штатов. И, в общем, это было сделано. Вот. И, кроме того, так сказать, Катар, в общем-то, не хотел и какого-то нормального развития отношений с новыми афганскими властями. Как, собственно, все хотят. Никто же не хочет, так сказать, вступать с ними в какие-то очень серьезные конфликты. Все пытаются найти какой-то модус вивенди. Катар тоже. Но при этом тоже важно то, что я вам сказала в начале. Катар подчеркивает, что он вовсе не является адвокатом талибов. И вот целый ряд направлений в их политике, в том числе политика в отношении женщин, она Катаром не поддерживается, никогда поддерживаться не будет. Вот. Аналогичные, более широкие цели ставят перед собой и Эмираты, которые реализуют свои амбициозные планы тоже уже и за пределами региона. И это становится достаточно заметным всем. Вместе с тем мы с вами понимаем, что когда мы говорим «независимая политика», мы это всегда, когда это касается региональных держав, мы ставим это все-таки в кавычки. Потому что независимая политика является понятием относительным. И, как я вам говорила, даже наиболее мощные государства Ближнего Востока, они все равно ощущают давление извне. И так или иначе они должны к этому приспосабливаться и должны вести себя в соответствии с теми правилами, которые им пытаются навязать более сильные державы. Но
Еще раз хочу сказать, что вот эти вынужденные иногда их шаги, ну, голосование там было в ООН, это вынужденные вещи. Они что-то делают, но одновременно они, так сказать, сохраняют прекрасные отношения с Россией, заинтересованы в сохранении этих отношений. То есть они всегда все-таки пытаются сохранить баланс, который поможет им легче реализовывать свои собственные стратегические планы. О том, так сказать, как это происходит, вот, на мой взгляд, свидетельствовал очень визит Байдена в Саудовскую Аравию недавний, помните, да? Почему именно этот визит привлекает к себе внимание? Во-первых, существуют совершенно разные оценки того, чего удалось или не удалось достичь Байдену. Есть целый ряд известных и очень серьезных наших исследователей, которые занимаются в том числе энергетической политикой. Вот Николай Кожанов, я не знаю, наверное, вы слышали это имя, может быть, или встречались с его публикациями. Он очень в этом разбирается, и он считает, что вот нет, это все-таки было достаточно успешно и так далее. Ну, хотя это относительно, потому что действительно сначала пообещали вроде бы увеличить, да, производство энергоресурсов, нефти. Но обещали ненадолго, потому что все равно есть соглашение в рамках ОПЕК+, которое этого не предусматривает. И, в общем, это не надо, потому что эти государства, которые производят энергоресурсы, им нужны деньги на те реформы, о которых я говорила, на ту модернизацию, которая происходит, на изменения общественные, которые происходят. И поэтому, так сказать, снижать цену на это сырье им совершенно неинтересно. Это одна сторона дела. А вторая сторона дела, что, так сказать, они тоже не очень хотят демонстрировать, что готовы пойти в любом случае на поводу у тех же Соединенных Штатов. И здесь показательно не только то, что они вот немного увеличили, а потом сказали, что они снова сокращают. Мне кажется, здесь гораздо показательнее то, как встретил Байдена наследный принц. Может быть, вы видели или читали об этом, нет? Во-первых, он не пошел его встречать там к самолету. Во-вторых, когда они уже встретились, так сказать, непосредственно, он с ним вот так поздоровался, сказал, ну, ковид там. Это, как сами понимаете, не очень хорошо. Это не свидетельствует о большом респекте к американскому президенту. Ковид или не ковид. Ну, конечно, у Мухаммеда бин Салмана есть свои обиды в отношении не просто Америки, а Байдена именно, который очень резко критиковал его, так сказать, действия. И, в частности, очень много говорилось в связи с гибелью Хашоги, помните, журналиста, да? Ну, так сказать, говорились очень резкие слова. Не просто какие-то слова осуждения, но очень резкие. И, так сказать, конечно, простить эти слова, надо прямо сказать, кронпринцу было крайне сложно. И вот он продемонстрировал свое отношение. Вот вы сами знаете, на Востоке это иногда важнее, чем то, что ты реально после этого делаешь. Вот это отношение, оно является очень знаковым. Все прочитали и все поняли, когда посмотрели на это. Что касается других государств, ну, я вам уже говорила, что они тоже, вот так сказать, они, конечно, не могут идти так далеко, как Саудовская Аравия, как кронпринц, но, тем не менее, они тоже по возможности стараются, так сказать, держаться вот чуть-чуть в стороне, чтобы не стать жертвами каких-то серьезных противоречий между глобальными державами, не попасть, вот, не быть втянуты в эти противоречия. Значит, надо вам сказать, что переходя от вот того, каким образом балансируют эти государства, что обусловлено их как-то большей самостоятельностью. Я все-таки хочу еще отдельно сказать несколько слов об Иране, потому что Иран, конечно, находится в особом положении на Ближнем Востоке. Он считает себя очень, с точки зрения безопасности, уязвимым, потому что, так сказать, Иран достаточно изолирован в регионе. Нельзя сказать, что 100% это неправда. Но все-таки он, так сказать, находится в определенной изоляции.
Его боятся, боятся расширения его влияния, боятся его расширения влияния через Сирию, через Ирак, его, так сказать, проксис, его союзников, которые есть у него в регионе, различные ополчения, ну, Хизбалла, во-первых, number one просто, значит, что вот они, так сказать, проводят проиранскую такую политику, зависят от Ирана. И что самое главное, что Иран может воздействовать через них и напрямую на шиитские общины в арабских государствах, тем самым дестабилизируя ситуацию. То есть это вот опасения number one. Иран и проксис. Но существуют и другие опасения со стороны арабов. Это баллистическая программа Ирана. И это программа по производству беспилотников. Вот все это порождает очень большие озабоченности. Как отвечают сейчас арабские государства на Израиль, на вот эти угрозы? Израиль тоже постоянно говорит, что... Но Израиль, кстати, ставит во главу угла не то, что я вам перечислила. Израиль ставит во главу угла ядерную проблему. Почему? Потому что обретение ядерного оружия какое-то, эвентуальное, означает прекращение монополии Израиля на ядерное оружие. И Израиль постоянно акцентирует именно этот элемент. Хотя надо сказать, что израильская позиция по поводу переговоров о ядерной сделке, о возобновлении ядерной сделки, она очень такая неоднозначная, очень амбивалентная. Потому что, с одной стороны, Израиль говорит, что вся эта сделка, все эти соглашения, которые были заключены там, в 2015 году, они плохие. Они плохие, потому что они не полностью ставят крест на иранской ядерной программе, они как бы откладывают. Когда их спрашивают, но с другой стороны, они, конечно, плохие, но других-то нет. Других нет, так что, в общем-то, приходится мириться с тем, что есть. Это лучше, чем отсутствие соглашений. Но то, что сейчас американцы ведут переговоры, хотя они подвешены, сейчас опять вроде бы... Опять пауза такая наступила. Но когда они начали, во всяком случае, их вести, то Израиль сказал, зачем это нужно? Все равно соглашение плохое. Чего к нему возвращаться? Но если к нему не возвращаться, тогда Иран будет продолжать делать то, что он хочет, что Израилю явно невыгодно. То есть там позиция немножко такая, знаете, я бы сказала, такого несколько замутненного разума, потому что тут невозможно определить, а что же все-таки вы хотите в этом. Главное, что хочет Израиль полностью ослабить Иран, так сказать, выбить его из ряда каких-то своих противников и так далее. Вот это основное. Ну, при этом главное, прекратив, так сказать, вот эту вот иранскую ядерную программу. Что касается региональной политики Ирана, она тоже Израиль не устраивает. Израиль не устраивает усиление позиций иранских. Ну, в той же Сирии, например, вы знаете, отсюда бомбежки бесконечные, отсюда, так сказать, бесконечные рейды, которые проводятся, причем они стали в последнее время, я бы сказала, более жесткими, потому что, ну, даже был разрушен терминал сирийского аэропорта, то, чего раньше они все-таки не делали, они больше, более точечно били, а потом стали, так сказать, вести себя уже более раскованно. И, так сказать, то же самое Ирака касается. Ну, вы, так сказать, я думаю, следите, вы видите, что постоянное обострение здесь есть. И вот сам Иран, он, конечно, находится в сложном положении, и он рассматривает это окружение как враждебное себе. Тут получается, что, с одной стороны, никто не хочет, чтобы Иран укреплял свои позиции, а с другой стороны, как Ирану не укреплять свои позиции, если с его точки зрения все это представляет для него существенную угрозу. Так вот, говоря о том, как меняются балансы на Ближнем Востоке, какие появляются коалиции или условные коалиции в связи с этим, надо сказать, что, с одной стороны, конечно, на Ближнем Востоке принято дружить против кого-то. Там трудно себе сейчас еще все еще представить ситуацию, когда, так сказать, все-таки деэскалация, она примет такой серьезный, глубокий, необратимый характер, хотя она идет. Я еще раз это говорю, мы об этом еще поговорим. Но в основе вот этой деэскалации, во всяком случае на первоначальном этапе, лежало явное стремление, так сказать, сдержать Иран. И, собственно, вот соглашения Авраама 2020 года, которые были заключены Израилем с Эмиратами, с Бахрейном, потом присоединилось Марокко и Судан,
Эти соглашения, особенно с Эмиратами и Бахрейном, они, конечно, базировались на том, что, так сказать, Израиль должен каким-то образом помочь в сдерживании иранской угрозы. Вот исходили из этого. Почему вдруг понадобился Израиль? Понадобился потому, что Соединенные Штаты, несмотря на огромное присутствие в заливе, там американские базы, как вы знаете, там десятки тысяч американских военнослужащих, американцы вот в эти внутрирегиональные разборки вмешиваться не хотят. Там танкер подорвали, тут там, так сказать, нанесли удар по какому-то нефтеперерабатывающему предприятию. Вот это им не надо. А вот эти разборки, они как раз связаны с Ираном или с его прокси и так далее. И поэтому для некоторых арабских государств заливных, они были готовы рассматривать Израиль как тоже своего рода, ну, не провайдер безопасности, наверное, сильно сказано, но как страну, которая может тут оказать определенную помощь. В том, еще и потому, что Израиль сам заинтересован в ослаблении Ирана. И он может бросить свои вооруженные силы на это, что он и делает, как мы знаем, при этом. Вот. И, так сказать, вот то, что... Конечно, параллельно были и другие заинтересованности. Это то, что Израиль может поставлять технологии, не только военные, что могут быть налажены какие-то торговые связи, что могут быть созданы новые логистические цепочки. Ну, летать, например, можно будет на территории там, тех государств, над которыми никогда не летали. Там же все облетали всю жизнь. Вот. А сейчас они как раз создают более прямые и удобные всем маршруты. То есть вот это все тоже, и торговые связи, пусть они не очень развиты, но они тоже принимаются во внимание. Но вот этот вот компонент безопасности, он, конечно, играл главную роль. И вот здесь стала происходить интересная вещь. Значит, с одной стороны, Израиль даже заключил с Бахрейном соглашение в сфере разведки, в сфере безопасности. С другой стороны, значит, появилась масса публикаций, что Израиль чуть ли не железный купол поставит. Но он не поставит, потому что он не нужен там. Просто, так сказать, там совершенно другие угрозы. Не те ракеты перехватывают железный купол. Но в любом случае такие публикации появлялись, что должно было свидетельствовать о близости уже, так сказать, о взаимопонимании в целом ряде вопросов и так далее. Но все-таки, арабские государства не хотят, чтобы соглашения Авраама воспринимались как антииранские. Потому что есть понимание того, что это вот враждебность, которая имеет объективные и субъективные причины, но она опасна, надо что-то делать, что как-то разрядит обстановку. И мы сейчас видим, вот это, на мой взгляд, очень важно, очень важно. Это то, как, так сказать, видны попытки на двустороннем уровне снизить эту напряженность. Даже Саудовская Аравия, как мы знаем, имеет контакты с Ираном, которые, так сказать, вот, ну, они не очень рекламируются, но тем не менее все знают, что такие контакты есть, причем не первый год, для того, чтобы, очевидно, обсудить наиболее острые вопросы и, ну, предотвратить какое-то неконтролируемое обострение отношений. Идет ли речь об Иране, или идет речь о иранских прокси, так сказать. Кроме того, в Йемене для Саудовской Аравии, так сказать, существуют свои проблемы. То есть тут понятно, что есть вопросы, которые бы нужно обсудить. Ну и даже Саудовская Аравия контактирует. Но помимо Саудовской Аравии, так сказать, Эмираты просто возобновили деятельность своего посла, Кувейт возобновил деятельность своего посла в Иране. Вполне приличные отношения с Ираном всегда были у Катара. И, так сказать, сказать о том, что вот Иран остается врагом номер один, и никаких контактов с ним нет, ничего не происходит, мы не можем. Вот это как раз новые приметы деэскалации. Они происходят и на уровне отношений между арабами и Ираном, скажем. Тоже есть элементы деэскалации в отношении Турции с рядом арабских государств. Например, с Египтом. Они же, так сказать, были по разные стороны, в Ливии и так далее. Но мы видим, что и Турция, так сказать, потихонечку втягивается в эти процессы. Хотя, опять же, это не касается всего спектра ее политики. И, так сказать, с Грецией мы видим только обострение, только ухудшение отношений на этом этапе. Но что касается арабов, там наметились некоторые вот
сказать, более позитивные вещи. Ну, наконец, я бы хотела сказать несколько слов о конфликте и о конфликтах, потому что я вам говорю сейчас о деэскалации, нормализации, о том, что вот Ближний Восток все-таки меняется. Но, к сожалению, при этом Ближний Восток остается источником конфликта. Остается источником конфликта. И просто мы можем сказать, я вам об этом в введении уже говорила, как бы, что, так сказать, многие конфликты стали не межгосударственными, а внутригосударственными. Это не значит, что они менее опасны. Они тоже очень опасны. Они вот превращают государство из нормального государства в государство провальное, где, так сказать, непонятно вообще, что делать, как политически и социально, экономически поддержать. Нет ни у кого денег на восстановление этих государств. Как они будут функционировать? Что с ними будет дальше, это большие вопросы. Они попадают под влияние соседних государств, происходит фрагментация, но вы сами понимаете, что происходит, когда вот идут такие мощные внутригосударственные столкновения. Но при этом сохраняются и межгосударственные конфликты. И конфликты, в которых, так сказать, которые формально как бы нельзя назвать межгосударственным, палестино-израильский конфликт. Но Израиль, с одной стороны, это государство, палестинское общество тоже государство, но государство, которое не имеет собственных границ, которое признано, которое, так сказать, присутствует в ООН, но при этом, так сказать, оно, конечно, в определенной степени виртуальное. Не хочу обидеть наших палестинских друзей, но так получается. У него есть органы власти, у них нет четких границ, продолжается столкновение. Так. Поэтому назвать это межгосударственным конфликтом можно с определенными допущениями. Это такой асимметричный конфликт. И вот этот конфликт, он вообще хрестоматийный, он существует очень и очень давно. Так сказать, даже существуют разные подходы к тому, когда точка отсчета существует в этом конфликте, значит, когда он начался. Получается, некоторые считают, что его надо начинать вот с начала 20 века, когда начинается сионистская колонизация, мощная Палестина, и когда возникают очень серьезные противоречия с местным населением. Такая колонизаторская политика, вот, ведущая к вытеснению местного населения, но со своими особенностями такими, этноидеологическими, я бы сказала. Некоторые считают, что нет, все-таки формально мы должны говорить о том, раз он палестино-израильский конфликт, то это 1948 год, да, когда уже создан Израиль, вот с 1948 года тогда мы можем говорить, что это конфликт, в котором вовлечено государство Израиль и, соответственно, палестинское национальное движение. Но в любом случае это очень длительный конфликт, откуда бы мы его ни отсчитывали, это конфликт длительный. И самое потрясающее, что несмотря на какие-то попытки переговоров, даже на какие-то успешно в свое время заключенные соглашения, помните, соглашение Осло, тем не менее конфликт не заканчивается. Более того, на отдельных этапах он становится более опасным, более острым. Сейчас мы наблюдаем как раз такую очень острую, кризисную очередную стадию этого конфликта. И самое печальное, что, честно говоря, как-то особых позитивных стратегий со стороны вовлеченных государств и негосударств мы не видим. То есть стороны занимают жесткие позиции и, так сказать, совершенно не готовы идти на какие-то компромиссы. Но если со стороны палестинцев это понятно, потому что это слабая сторона. Слабая сторона вообще не может идти на компромиссы, как вы понимаете. При столкновении асимметричном на компромиссы должна идти более сильная сторона. И только тогда она может, так сказать, требовать от стороны более слабой тоже каких-то уступок или каких-то, так сказать, готовности к чему-то. Но для этого сначала идите вы на компромисс. Вам это не страшно, вы сильные. Но в Израиле тоже нет сейчас, я сказала бы, не доминируют. Там есть такие тенденции, есть люди, которые выступают за мир, есть отдельные движения, которые выступают, но они вовсе не доминируют на израильском политическом поле. И результатом является то, что строятся поселения по-прежнему, что по-прежнему захватывается земля,
что, в общем-то, палестинцы находятся в таком очень тяжелом, неравноправном положении, их права коллективные, я бы сказала, права нарушаются постоянно. И, так сказать, даже то, что стали выдавать больше разрешений на работу в Израиле, потому что, ну, социально-экономически, там же, особенно в Газе, там очень тяжелая ситуация социально-экономическая. Тем не менее, это, конечно, не решает вовсе, так сказать, саму проблему. Да, это где-то чуть-чуть что-то может улучшить, но ничего принципиального не происходит. И вот, вот именно этот конфликт, он, я считаю, несмотря ни на что, остается все-таки системообразующим. И хотя, вот мы говорим, уже есть соглашение Авраама, уже есть какие-то соглашения с Израилем, арабских стран, которые как бы были заключены в условиях неурегулированности палестино-израильского конфликта, тем не менее, конечно, арабский мир, он и не только мусульманский мир, он так или иначе должен обозначать свою позицию в отношении этого конфликта. И даже, так сказать, отношения с Израилем, которые, как говорят некоторые арабские государства, должны помочь решению этой проблемы, потому что можем непосредственно ставить эти вопросы перед израильским руководством, но, если честно сказать, пока к каким-то продвижениям это не привело. И вот этот конфликт, несмотря на то, что вот он такой уже затяжной, что он уже такой давний, он по-прежнему очень способствует фрагментации этого региона, и он способствует тому, что возникают достаточно сложные отношения между улицей и элитами. Потому что арабская улица в этом смысле настроена более радикально в поддержку палестинцев, в поддержку их справедливого дела. Элиты вынуждены больше маневрировать, больше, так сказать, они должны позволять себе в плане, может быть, непопулярных шагов совершенно. Но это тоже очень важный элемент, вот это вот отсутствие взаимопонимания, этот разрыв в отношении и в восприятии между политическими кругами и арабской улицей, это важная вещь, которая тоже, в общем, несет в себе семена уже внутриполитической дестабилизации. Ну, в принципе, как мы договаривались с организаторами, давайте я сейчас прервусь, вы мне зададите какие-то вопросы, потому что, может быть, вас что-то конкретное интересует, или наоборот, какие-то общие проблемы, и мы с вами вместе их обсудим, чтобы, так сказать, как бы это было все-таки немножко и семинар, а не только лекция. Тем более, что многие вещи вы ведь, наверное, читаете и можете прочесть. Есть у вас какие-то ко мне вопросы или какие-то просто соображения ваши? Мне интересно, что вы думаете по этому поводу. Давайте. Сейчас, потом вы, хорошо? Да, я вас слушаю. Да, вы. Коллеги, пожалуйста, представляйтесь. Здравствуйте, меня зовут Рыжебова. Все как положено. Давайте. Ага. Здравствуйте, меня зовут Рыжапова Лейли. Я студентка третьего курса Института международных отношений, факультета мировой политики и международный бизнес. У меня вопрос. Вы говорили про Катар, то, что у него есть какие-то... то есть, хоть это маленькая страна, но у нее есть, получается, какие-то приоритеты именно в решении каких-то больших задач, можно сказать. Потому что это была площадка для решения каких-то... были переговоры какие-то, не могли бы сказать, а какие у нее есть, не знаю, особенности, что она вот стала прям, смогла стать такой площадкой, хоть несмотря на то, что маленькая. Спасибо вам, это очень хороший вопрос. И я боюсь, что совершенно вот полностью однозначно я на него ответить, наверное, не смогу. Но мне кажется, что тут совместились, с одной стороны, амбиции местного руководства, да, а с другой стороны, вот именно формирование Катара как национального государства со своими задачами, со своим видением мира, со своим видением своей роли в этом мире. Причем ведь Катар прошел через очень серьезные испытания. Вы, если помните, то начиная с 2017 года был очень серьезный кризис
котором приняли участие не только стран Совета сотрудничества, да, залива, но и в котором приняли участие страны со стороны, так сказать, арабские в основном, не только, но Мальдивы тоже почему-то к этому присоединились. Был бойкот. Был бойкот Катара, были очень тяжелые, сложные отношения между Саудовской Аравией и Катаром. И связано это было с несколькими вещами, и с тем, что Катар поддерживал братьев-мусульман, и с тем, что Катар, так сказать, вот через Аль-Джазиру критиковал, как они считали, так сказать, в том числе и ситуацию в соседних странах. Ну и там были еще, кроме того, некие иерархические представления о том, что это младшие, с точки зрения Саудовской Аравии, кланы, ну, как бы они не по... не должны себя вести столь независимо по отношению к хранителям двух святынь, да, мечетей. Вот, вот это все в комплексе определило этот конфликт. И Катару пришлось нелегко. Но вот, потому что это был бойкот. Но вы знаете, реакция на это была потрясающее совершенно национальное сплочение. И вот мне кажется, да, этот конфликт завершился, слава богу, значит, сейчас отношения хорошие, но вот это тяжелое время, которое пришлось пережить Катару, оно, так сказать, я считаю, сыграло свою роль в такой вот общенациональной мобилизации. И вот эти вот цели развития, цели самопозиционирования как важного акторов международных отношений, они, на мой взгляд, в целом определили то, что Катар стал очень активно себя вести на разных международных площадках. Вот как маленькая страна, да, может, так сказать, собраться и, вот, так сказать, стать, ну, заметным, очень заметным актором, включая международные отношения в целом, не только на Ближнем Востоке. Почему я упомянула переговоры с талибами, да, которые они организовывали? Именно потому, что они показали, что они могут быть и медиатором, могут представить площадку, они могут быть очень полезны. И это, по-моему, в общем, внушает к ним уважение. Романов Тимур, студент первого курса Института международных отношений, профиль «Мировая политика и международный бизнес». Я бы хотел высказать свое мнение коротко о различных странах. Что касается Турции, про которую вы упоминали, тут лично я вижу два аспекта. Первый аспект заключается в том, что мы можем провести аналогию с платежной системой МИР, которую изначально хотели ввести, а затем рассматривая только вариант с аналогом. Это первый звоночек. Второй звоночек заключается в том, что мы не можем забывать о событиях на территории Нагорного Карабаха, которые сейчас активно развиваются, и мы там выполняем миротворческую деятельность. Поэтому Турция будет заинтересована в том, чтобы Азербайджан одержал полную победу на этом направлении. Это тоже нельзя исключать из обстоятельств, что касается Турции. Что касается европейских стран, мы все, я думаю, знаем то, что во Франции рекордно падает рейтинг Макрона. У Шольца тоже там очень низкие цифры, хотя во Франции недавно были выборы. У Соединенных Штатов, если рассматривать текущий конфликт наш с Украиной, то у них Украина поставлена на кон, потому что их президент очень сильно позорится в последнее время. Как минимум в речи, это первый момент. Второй момент, великий его позор был в том, что он вывел войска из Афганистана, и американцы потеряли примерно 5% своего военного бюджета годового, это порядка... $40 миллиардов США они оставили в Афганистане. Ну и третье, это в целом его действия не совсем оправданные, потому что мы можем посмотреть то, что демократы пытаются включаться в гонку, потому что в ноябре их ждут выборы в Конгресс, и они поставили тоже очень многое на кон. Мы можем также вспомнить тот факт, что недавно на вилле Дональда Трампа, как представителя республиканцев, проводят обыски и хотят обвинить в том, что он унес тайные документы, как бы с собой, которые нельзя было выносить. Вот.
А что касается Китая, тут тоже очень сложная ситуация, потому что в Китае до начала 2022 года занимал второе место, если сравнивать с Индией по населению. Теперь у них идет перенаселение, и, возможно, скоро нас ждет тоже конфликт на территории Сибири. Поэтому нужно быть очень аккуратными, потому что китайцы все-таки очень хитрые люди, и они не смогут перестать поддерживать дипломатические отношения с Соединенными Штатами, потому что у них очень большой товарооборот сейчас с ними. Вот примерно как-то так. Спасибо вам большое. Вы расширили рамки, так сказать, обсуждающихся здесь вопросов, потому что я сразу говорила, что говорил про Ближний Восток, а не про все. Но единственное, я с вами согласна по большинству ваших тезисов и считаю, что они правильные. Вот, хотя почему Китай должен разорвать отношения дипломатии с Соединенными Штатами, я просто представить себе не могу, честно говоря. Даже если бы у них не было такого оборота, об этом, по-моему, вообще никто не ставит вопрос. Нет, а что вы хотите? Да, да. Там вы же, наверное, в курсе, что 2 августа. Ну, и что? Ну, я думаю, что, честно говоря, хотя, опять же, это не тема лекции, я думаю, что они с Тайванем там не будут идти на рожон, там, разрулят они как-то эту ситуацию. Единственное, что я хотела бы сказать, это когда вы сказали, что Байден, да, он производит сейчас на многих впечатления, так сказать, человека слишком уже старого для этой роли, да, уже негодящегося на роль президента Соединенных Штатов, совершающего ошибки и так далее. Но я бы в число его ошибок эвакуацию из Афганистана не ставила. Я объясню, почему. Во-первых, не он туда вводил войска. И вопрос о том, что их рано или поздно надо убирать, он стоял и стоял давно. И с точки зрения и Байдена, как человека, который принимает решение, он, в общем, пошел, на мой взгляд, на достаточно смелое решение. Он знал, как сложно это сделать, он понимал, что будет после этого, но он считал, что американцев надо оттуда убирать. Другой вопрос, как это было организовано. И вот тут он может, это не президент организовывает, как известно, эвакуацию. Вот почему она была так организована позорно, почему это вот все выглядело так, как выглядело, почему они оставили тех людей, которые с ними сотрудничали и так далее и тому подобное, это другой вопрос. И это вопрос, конечно, к тем, кто это организовывал. Но сам факт, по-моему, вывода американцев из Афганистана, он их никак не позорит, потому что уйти оттуда было надо. Понимаете, давно. Давно. Нечего было там так долго сидеть и пытаться там создать некое демократическое государство без учета того общества, в рамках которого они действуют. Ну, это так, к слову. Еще какие вопросы? Благодарю. Ирина Антоновна, скажите, пожалуйста, вот когда мы говорим о встречах западных лидеров и восточных лидеров, вот по вашему мнению, то, что вот такая ситуация очень тонкая складывается, как вы говорите, при встрече наследного принца с Байденом были такие особенности, все прочитали это. Вот как раз у Эдварда Холла есть, так скажем, работы про высокочастотные культуры, низкочастотные культуры, когда Запад может не понять вот этих тонкостей, а арабы, например, да, или Восток, и в том числе и Россия, в принципе, мы понимаем, какие эти отношения. Вот насколько, например, вот это высокочастотные и низкочастотные культуры при дипломатических отношениях, в встречах влияют друг на друга? И прочитаемы ли они? Ну, это очень хороший вопрос. Честно говоря, я считаю, что те государства, у которых был очень большой опыт колониальной деятельности, и те государства, которые много работали на Востоке, много там присутствовали, вне зависимости от того, как мы оцениваем, с плюсом, с минусом, так сказать, их колониальные. Но они знают, они знали эти регионы, они понимали психологию этих людей просто в силу необходимости, потому что они там оставались. И британцы, они, на мой взгляд, прекрасно это все прочитывают. И французы могут это делать. Но мне кажется, что вопрос не только в этом.
Они могут это считывать, но то новое поколение лидеров, которое пришло, я не уверена, что оно интересуется работами местных востоковедов. Оно, так сказать, вот эта вот пропасть между академической наукой и политическими лидерами, она велика, и на Западе она очень тоже велика. Это нужно просто принимать во внимание. А вот по поводу того, что вы сказали, что вообще как считываются эти вещи, вот как реагирует традиционное общество, я могу сказать, мне была очень интересная история, которую мне рассказали, что в самом обществе, вот скажем, сирийском, более модернизированные слои, они не всегда считывают правильно то, что, так сказать, им преподносят более традиционное. Вот была такая история, что один генерал сирийский, когда там вот начинались еще все эти волнения, когда, так сказать, где-то там 11-12 год, вот он поехал договариваться с местными племенами, бедуинами, ну, о каких-то, так сказать, либо совместных действиях, либо о том, чтобы не выступать друг против друга. Я, честно говоря, не знаю, о чем. Но он поехал договариваться, вот что важно. Он поехал договариваться, приехал. Ему там налили, как положено, чашечку кофе. Он ее выпил. Что с точки зрения бедуина означает, разговора не будет. А надо было, оказывается, ее отпивать потихонечку, ставить на стол, расслабляться, говорить с людьми. Снова он этого не знал. Он сирийц, но он этого не знал. Он никогда не имел с этими людьми дела. То есть его корни уже, так сказать, давно другие, его представления другие. Он где-то получил образование войны. Вы понимаете? Так что это вообще очень тонкая материя. Я просто рассказываю вам для того, чтобы даже внутри самих обществ, вот этих восточных, бывает, что какая-то часть общества уже не считывает вот, и просто не знает о том, об этих важных знаках, важных традициях, которые существуют вот, на уровне более традиционных слоев. Так что так. Да, здравствуйте, Ирина Донова. Я хотел, во-первых, представиться. Я Удилаев Акмаль, студент второго курса Института международных отношений, востоковед-арабист. Хотел вас спросить, как вы оцениваете перспективы такого государства, которого тоже причисляют к так называемым хрупким или провальным государствам, как Ирак. Ведь еще начиная с событий в Ираке, в Мосуле, выводом войск, ну, полувойск Даиша с Фалуджи, и заканчивая нынешним внутрииракским расколом среди шиитов, то есть шииты есть хаменийского толка и так мулийского толка, поддерживающие Садра в парламенте. Все это продолжает нагнетать внутриполитическую обстановку в Ираке, расслаивать различные социальные группы по религиозным, да, этническим признакам, учитывая еще курдскую автономию. Как вы вообще можете полагать, какое будущее ждет Ирак? Возможно ли какая-нибудь детерриториализация этого государства, расчленение на иные части и его внешнеполитический баланс? Спасибо. Ну, спасибо вам большое за этот вопрос. Это вообще, так сказать, вопрос на отдельную лекцию, наверное, потому что это действительно очень сложные вещи, которые происходят в Ираке, очень противоречивые тенденции, нацеленные реально на фрагментацию, вы правы здесь, по-моему, совершенно. Насколько устойчивым окажется, так сказать, политическая система Ирака, сможет ли она это выдержать, сможет ли она это пережить? Ну, вообще на Ближнем Востоке прогнозировать что-то – дело не очень благодарное. Но мне почему-то кажется, что, несмотря на ослабление, конечно, Ирака, которое произошло и не сегодня, вот, тем не менее, все-таки мне кажется, что там есть шансы на то, что они этот тяжелый период переживут. А что касается, вот, скажем, курдских районов, курдской автономии, то, как считают сами, я там в прошлом году была, я должна в ноябре туда поехать, в иракский Курдистан. Они постоянно говорят о том, что они вот такой вот островок стабильности в Ираке. Более того,
их руководители говорили о том, что в тяжелое время они даже принимают беженцев из Ирака, да, из другой части Ирака у себя, потому что вот у них даже есть какие-то рабочие места, и как-то у них, так сказать, более-менее стабильно и спокойно. Там тоже, на самом деле, все не очень здорово. Но, тем не менее, так сказать, они вот живут, они, так сказать, выживают, они дают пример некой такой сплоченности и возможности договариваться. Вот все-таки это пример того, что несмотря на столкновения, несмотря, так сказать, на тяжелое прошлое, но все-таки о чем-то договорились, смогли договориться. Поэтому мне кажется, что, ну, считать, что вот Ирак в ближайшее время разлетится на какие-то части, нет оснований. В конце концов, само окружение, так сказать, все-таки Ирак не в безвоздушном пространстве находится. И другие региональные силы могут быть в этом в высшей степени не заинтересованы. Они не будут работать на разрушение Ирака. Это был бы серьезный удар по всему Ближнему Востоку. Так что я все-таки пытаюсь быть, ну, оптимистом, наверное, в этой ситуации. Здравствуйте, я Кочнева Наталья, студент первого курса, факультет международные отношения. Я хотела бы спросить насчет Палестино-Израильского конфликта. Одной из причин является, насколько я осведомлена, желание создать, желание арабов, которые называют себя палестинцами, создать свое национальное государство на данной территории. Но не является ли королевство Иордания уже арабским национальным государством на данной территории, и почему оно не принимает Палестину? Понятно. Ну, я вам сразу хочу сказать, что вот точка зрения, что уже есть одно палестинское государство, это Иордания, она была очень распространена в Израиле, в частности, ее всегда проповедовал Ариэль Шарон. Говорю, что, а что, собственно, о чем речь? Вот уже все хорошо. Но, понимаете, дело все в том, что палестинское национальное движение, которое возникло под влиянием в том числе и того, что на территориях, которые они считали своими, было создано другое национальное государство. Это палестинское национальное движение не сразу, но по мере того, как оно крепло, поставило перед собой ровно ту же цель – создание своего национального государства. Сначала там, конечно, были более радикальные подходы, там вместо Израиля, потом наряду с Израилем. Вот наряду с Израилем это был очень серьезный сдвиг в позиции Арафата, который говорил о прагматизме, что вот, да, Израиль, нравится, не нравится, но уже, наверное, тут будет. Но мы тоже хотим создать свое собственное национальное государство. И в условиях, когда они его даже провозгласили, как можно им сказать, а вы не имеете на него права? Они имеют ровно такое же право, как любой другой народ, который выступает за национальное самоопределение. И это государство даже признано, как вы знаете, очень большим количеством других государств. Другой вопрос. Если они захотели бы, провозгласив свое государство, уже с определенными границами, так сказать, создав его, сказать, что мы хотим соединиться с Иорданией в качестве конфедерации, например, это уже будет их решение, решение Иордании. Хотите, пожалуйста. Создавайте конфедерацию. Но на том этапе, на котором мы находимся, сказать им, что, ребята, какое государство, вон есть Иордания. Они скажут, что у нас уже есть свое государство. Просто оно еще вот недостаточно оформлено, но мы не можем от этого отказаться. Понимаете, народам нельзя лишать народ права самоопределения в той форме, в которой он хочет, и за которую он боролся слишком долго. Так что я тут не вижу возможности. И это нереально и неправильно было бы. Если вопросов нет, то мне было очень приятно с вами пообщаться. Вот. У вас, я вижу, что вы следите за тем, что происходит. Мы сейчас живем достаточно бурное время. Очень много всяких новостей, хороших и плохих. И я бы очень хотела надеяться на то, что элементы, так сказать, стабилизации, они в международных отношениях в целом будут все-таки в будущем преобладать. Мы все в этом заинтересованы, это нужно всем. И это, конечно, не означает
ограничение суверенитета отдельных государств. Это не должно означать попыток давления, но это должно означать некий новый равноправный мир. Будем на это надеяться. Спасибо.